Ну а прямо сейчас мы разыграем продуктовый набор от компании «Золотая долина». И достанется он по традиции тому, кто первым дозвонится к нам по телефону прямого эфира 236-95-37 и правильно ответит на вопрос. Да, очень важно, что надо еще правильно ответить на вопрос. В этой стране ни один праздник не обходится без приготовления местного плум-пудинга. Блюдо из крошек хлеба, муки, куриных яиц, различных специй, изюма и, не поверите, сала. Прежде чем подавать на стол, его поливают сладким сиропом и поджигают. Говорят, что это потрясающая вкуснятина и очень яркое зрелище. А вопрос такой. Что за страна? В какой стране это происходит? И варианты ответов дадим. Как всегда, первый вариант – Англия. Второй вариант – Румыния. И третий вариант – Испания. Так в какой же стране мира готовят вот такой красивый и вкусный пирог под названием плум-пудинг? Да, номер телефона 236-95-37. Звоните нам, и я уверен, что у нас очень много счастливчиков, которые могут испытать удачу, назвать какой-то один из вариантов ответа и ответить правильно. Я также уверен, что очень много людей знает, что за страна, в какой стране готовят эти плум-пудинги. Ну, я думаю, что варианты есть. И здесь одну страну точно можно вычеркнуть оттуда, а из двух еще повыбирать. Но я уверен, что наши-то зрители об этом, конечно же, знают. Конечно же, и тот, кто выиграет этот продуктовый набор, наверное, сможет приготовить не менее вкусное блюдо, чем плум-пудинг. Да, я сейчас еще раз хочу напомнить, какой состав плум-пудинга. Это блюдо из крошек хлеба, муки, куриных яиц, различных специй, изюма и сала. Прежде чем подавать на стол, его поливают сладким сиропом и поджигают. Честно скажу, что ни разу не пробовал, даже не представляю, какой он на вкус, этот плум-пудинг. Но говорят, что это очень-очень вкусно. А кто говорит? А говорят те, кто, наверное, пробовал. Видимо. Ну что, звоните нам, мы с удовольствием хотим вручить вам эту продуктовую корзину. Номер телефона 236-95-37. Называйте свой вариант ответа и забирайте эту корзину домой на свой новогодний стол. Дозванивайтесь, пожалуйста, мы очень ждем вашего звонка и правильно ответа. Мы очень хотим отдать эту корзину с вкусными и полезными продуктами именно вам. Ну что, я хочу напомнить, что у нас есть три варианта ответа. Это три страны, в которых надо гадать, в какой стране все-таки готовят плум-пудинг очень часто, на любой праздник. Три варианта. Это Англия, Румыния и Испания. По-моему, нам кто-то позвонил. У нас уже есть звоночек, да. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Второй вариант ответа – это Англия. Как вы быстро, совершенно быстро раскрываете верно. Секреты. Совершенно верно. Это Англия. А как вас зовут? Ирина. Ирина, очень приятно. Рассказывай, почему Англия? Именно англичане не могут представить себе Новый год без плум-пудинга. Традиционно здесь подают еще и индейку, фаршированную овощами. А к ней также ставят великолепный соус из крыжовника. Ирина, мы вас поздравляем. Этот продуктовый набор достается именно вам. Я уверен, что вы приготовите огромное количество вкусной и полезной пищи из этих продуктов, которые вы в скором времени заберете. Заберете здесь, по адресу остров отдыха 10/1. Приезжайте к нам и забирайте, потому что этот подарок достается именно вам.